Сейчас, смотрите, мы немножко разнообразим работу, то есть мы ее усилим сейчас, да, с движением. Now we will do a little differently, the same work, but we do more stronger this work. Мы включим работу еще колени, да? We will put the knee to this work. Но нужно всегда знать, когда и включать работу. Ну, мы сейчас рассмотрим эти моменты, это очень важно. You must know in which moment you must use the knees. Также будет делать дистанцию, да? Same, you control the distance and you move. Same, continuously. And, я уже сам чешу на автомате. Нормально. Посмотрите, нет смысла, то есть когда человек, то есть вы сделали движение, да, если он еще имеет ровную форму тела, нет смысла работать коленями. Да? As soon as he... Как только изменил форму тела, да, то есть у него форма тела изменена, да, тогда есть смысл работать коленями. Для чего? Когда вы ударили колено, смотрите, у него ноги меняют, состояние в ногах меняется, да? You should use your knee as soon as you break his body form, because when he's disabled, he has straight body, it's not effective. But when you use your knee, you make his legs weaker, and it's easier to take him. Но как нужно бить колено, да, то есть когда вы работаете, да, то есть колено вы бьете не за счет таза, да, то есть, а как кулаком, да? Но. When you hit by your knee, you don't start from your pelvis. You start with your knee, it's the same like you punch with your да, так чтобы постарайтесь, то есть сильно не бейте, да, то есть вы, когда только колено работает только тогда, когда партнер изменил форму тела. Don't break your partner, please, but as soon as you affect his body form, use your knee. Наиболее эффективно, не когда вы бьете сейчас вот вверх, например, да, а чуть-чуть в сторону, да, чтобы его форма изменилась и еще он потерял устойчивость. And more effectively when you do with your knee the kick to the side, not from down up, to the side. Если мы будем бить только вверх, он может подняться и вернуться в устойчивую позицию. If you do it like this, you bring him back to stable position. Да, но если вы бьете в бок, да, то есть у вас есть возможность изменить его форму, то есть чтобы он потерял устойчивую позицию в теле, да. If you do it to the side, he legs weaker, and he loses his balance, and it's very easy to continue. Колени работают не в бедра, не в тело. We can work with knee to the body or to the legs. Same. Когда он в устойчивой позиции, не забывайте. Когда он в устойчивой позиции, не забывайте.